Были такие качельки. Yeah! Потому что мне можно делать так вот. Красиво, вообще очень классно, такие виды, город просто неземной. Это Дубровник, и здесь снималась «Игра престолов», что еще можно сказать? Мне кажется, это все. Ну а я поехала гулять дальше. Красивый мост. Я потом обязательно узнаю и напишу вам, как он называется. Вообще классно сделан. И тут такие виды потрясные. Мы сейчас гуляем в парке. Какая тут водичка. She works the night by the water. She's gone astray so far away from the father's daughter. Just wants a life for a baby, all on her own, no one will come. She's gotta save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all my love. Nobody matters like you. Ой, какие там рыбинки, прям длинные какие-то. Ой, столько ежей вообще. Классно, наконец-то природа отдыхает от людей. Хорватия обязательно для посещения. Особенно это классно делать в нетуристическое время. Например, в ноябре, в такие солнечные деньки. Это просто супер вообще. У нас сейчас плюс 20 или даже уже может быть 22. Очень классно, людей нету. Вообще прям тишина и покой. М? Они все турецким рейсом улетели. О боже. Да. Очень классно. Now she's got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he's safe. She says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like Rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you. Rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you. Rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you. Rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye.
Я продолжаю гулять по городам Хорватии. Сейчас мы в городе Софтат, в очень красивом парке на набережной. Посмотрите, какое тут море у меня, а здесь сосны. Запах просто неимоверный. Самый приятный, самый любимый запах мой в мире – это запах, когда смешивается море, сосновый воздух. Where are you now? Where are you now? Where are you now?